З першої години ночі 21 липня наступні три місяці у Туреччині діятиме надзвичайний стан. Прихильники президента палко підтримали нововведення. Як воно змінить життя громадян та туристів? Згідно з Конституцією Турецької Республіки, надзвичайний стан обмежує основні права та свободи громадян. Президент керує країною, видаючи декрети. Кабінет міністрів може оголосити комендантську годину та заборонити мітинги, демонстрації і розважальні заходи. Посилюється контроль над ЗМІ, без спеціального дозволу можна конфісковувати майно, а також забороняти в'їзд та виїзд з країни. Арешти у Туреччині триватимуть, пообіцяв президент Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, досі не до кінця зрозуміло, скільки людей причетні до заколоту. У Туреччині вже звільнили чи затримали майже 60 тисяч людей – військових, поліцейських, суддів та вчителів. Ученим та викладачам заборонили виїжджати з країни, поки тривають перевірки. Обговорюється і запровадження смертної кари. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йылдырым заявив, що надзвичайний стан не позначиться на житті громадян, а має на меті посилити боротьбу із паралельними структурами. Так турецька влада називає прихильників опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації путчу. Посольства радять своїм громадянам бути пильними і обережними, а також завжди мати при собі посвідчення особи. Не варто відвідувати місця проведення мітингів та демонстрацій та без особливої потреби надовго залишатися в адміністративних будівлях, у терміналах аеропортів, у морських портах та на вокзалах. Ще одна порада – неухильно виконувати вимоги правоохоронців та стежити за новинами. Рівно тиждень тому, в ніч на 16 липня, в Туреччині була спроба перевороту, який тривав всього 4 години. В результаті не вдався цей державний переворот, проте загинули 294 людини, з них 190 мирних громадян. Однак не постраждав жоден із представників влади. Після того, як заколот був придушений в Туреччині, почалися арешти, а з 21 липня, зокрема, на 3 місяці введено надзвичайний стан. Про це будемо говорити сьогодні, це програма «Що про сходять». Мене звати Оксана Щирба. Це виключно прямий ефір сьогодні. Тож, якщо ви маєте запитання, телефонуйте за номером, який бачите на своїх телеекранах. Гостем студії нині є Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Вітаю вас, пане Сергій. Добрий вечір. От як цей переворот, який тривав всього-навсього 4 години, вплинув на турецьку економіку? Ну, нічого хорошого на турецькій економіці не обіцяють. Прямого впливу зараз поки що, звісно ж, не просматривається. Економіка – це інерційна річ, тому те, що мы увидим там через полгода, год, два, три и так далее. Пока что мы увидели то, что турецкий фондовый рынок упал на 10% за последнюю неделю, и турецкая лира упала. То, что реагирует быстро, уже прореагировало. А экономика, понятно, что если тенденции, которые сейчас происходят, как-то... Мы сейчас, конечно, все за неделю стали экспертами по Турции. Это немножко не к лицу комментировать, но вот теоретически, да, если мы увидим, что усиление автократии и дальнейшее сворачивание реформ, на самом деле, с которыми Эрдоган пришел и которые проведя, он добился действительно выдающихся результатов турецкой экономики. Если все это будет сворачиваться, а любой автократичный режим, он сворачивает экономические свободы, то мы увидим резкое замедление, дальше и стагнацию экономики Турции, причем на долгие-долгие годы. То, что показывает Иран, то, что показывают все прочие автократические государства, они в текущей модели мировой экономики не могут быть успешными. Поэтому, конечно, долгосрочно это очень плохие сигналы для экономики Турции, но пока это сценарий, который может и не реализоваться. І поки падає тільки фондовий ринок і валюта. Пане Сергію, ви б радили своїм клієнтам інвестувати в Туреччину? Ні. Ну, давайте так, во-первых, я ничего не знаю про Турцию, да, поэтому даже если бы у них не случался переворот, мы бы не занимались рекомендациями по поводу экономики Турции. Мы сфокусированы на Украине и можем говорить что-то по поводу Украины. Говорить по поводу Турции, ну, там есть специально обученные люди, которые разбираются в Турции, что достаточно хорошо, чтобы советы давать. Днем Олександр Турчинов заявив, что если ситуация на фронте будет и далее загостриваться, не выключено, что РНБО розгляне введення воєнного стану.
стану на всій території України. Бізнес якимось чином на таку заяву відреагував? Ні, тому що нікакого введення не буде. Всі прекрасно це розуміють. Соответственно, ну вот у него работа такая, так грозно заявляет, да, на то он и кровавый пастор. Но всем абсолютно очевидно, что никто не будет вводить никаких военных положений ни на отдельных территориях, ни на тем более территории Украины, поэтому и реакции никакой не было. Взагалі, як воєнний стан позитивно-негативно може позначитися на економіці? Ну, позитивно точно никак. А негативно, ну хотя бы там краеугольный камень нашего сотрудничества, это наша экономика, сейчас сотрудничество с МВФ. И на нем можно будет поставить крест, если мы введем какое-то военное положение. Соответственно, никто этого делать не будет. Минулого тижня був зафіксований абсолютний рекорд, коли фонди, що інвестують в ринки, що розвиваються, поповнилися на 3,7 мільярда доларів. Сколько перепало Украине? Сколько-то перепало. Понятно, что никто не знает точную сумму, которая пришла и на украинский рынок, но в украинском сегменте еврооблигаций, это, собственно говоря, туда и приходят эти деньги, потому что на локальный рынок, к сожалению, ни один цент не добрался, но на рынке еврооблигаций покупки продолжаются последний месяц вот этого тралли. Вот приход вот этих денег, и на этой неделе пришло чуть меньше, там 2 с чем-то миллиарда, но приход денег связан с общим ралли в мире, потому что все уверовали, что после Брекзита точно ставки будут оставаться низкими еще дольше, там еще полгода как минимум, и эти деньги, которые ждали повышения ставок и поняли, что не дождутся, они ринулись куда-то, везде, в том числе и на развивающиеся рынки, тем более, что они ищут доходность. Украина — это лучшая доходность в мире, сейчас такой доходности нигде нет, порядка 8% наши суверены дают, и там наши конкуренты, ну, Венесуэлу мы уже не считаем, потому что там полный ад, там Нигерия и Пакистан, у них где-то 6,5, да, поэтому мы вне конкуренции в этом плане. Поэтому покупали и суверенные облигации Украины, например, Украина 19, это самый короткий выпуск, уже торгуется 100% от номинала. А совсем недавно была реструктуризация, и в принципе это такая из серии научной фантастики для многих. Тот же Ощадбанк 23 года тоже уже торгуется постреструктуризационные, да, и там тоже уже 100% от номинала стоимость. Покупают ДТЭК, Мединвест, покупают, собственно говоря, все бумаги, которые более-менее есть вера, что они, ну, нормальные бумаги, да, потому что там какой-то Авангард, Украин Фарминг, например, не покупают. Но большая часть хороших бумаг все инвесторы покупают. Что зараз от взагалі с украинскими акциями? Вони цікаві инвесторам? Нет. Что так, то чому? Ні? Ну, они упали и лежат. Собственно говоря, во-первых, потому что там, вот там активность такая, вот, наверное, обороты на украинском рынке акций меньше, чем обороты на владимирском рынке. Поэтому вот это характеристика текущего украинского рынка акций. Он падает, ну, падал непрерывно на протяжении там многих-многих лет. Сейчас он лежит, и ликвидность его практически нулевая, и присутствие иностранных инвесторов чисто номинальное. Внутренних ресурсов для роста никогда в Украине особо не было, и нужен какой-то сигнал для того, чтобы иностранный инвестор пришел. Пока сигнала нет, и процессы, которые происходят, там очистка и так далее, пока люди боятся. В то же время надо понимать, что украинские акции самые дешевые в мире, вот вообще самые дешевые, и, конечно, эта привлекательность, она остается. И когда Нацбанк снимет ограничения, которые он осенью снимет, вполне возможно, кто-то, есть такое прекрасное украинское слово, «сглянуться» на украинский рынок акций. И тогда у нас, чем характерны украинские акции? Они растут быстрее всех в мире и падают быстрее всех в мире. Поэтому все, что было, мы глубже всех и быстрее всех упали. И там в этом болоте мы лежим на протяжении там уже многих лет, а за счет девальвации мы там упали еще в 3 раза. Но потенциал очень хороший. Да? Там уже осталось не так много этих акций, и часть из них — это акции предприятий, которые в зоне АТО, соответственно, непонятно, что это такое, с чем его едят, но они есть. И есть вот эти 5 топовых бумаг, которые на украинской бирже торгуются, которые индекс составляют. И потенциально, если инвесторы придут, они придут в эти бумаги, и там мы увидим потрясающее наше воображение ралли. Но пока никто не приходит. Експерти Міжнародного валютного фонду вважають Deutsche Bank найбільшою загрозою серед світових фінансових інститутів як потенційне джерело шоків для фінансової системи. Експерти фонду також підкреслюють серйозні ризики, які несе в собі потенційну кризу банківської системи Німеччини, Франції, Великобританії або США для самих зарубіжних фінінститутів. За їх словами, в разі банківської кризи саме от в цих країнах банківські системи інших держав
світу понесуть найбільші втрати. Чим загрожує українцям потенційна банківська криза в Німеччині або ж у Франції? Ничем. Да? Ну, потому что все, что могло плохое с нами случиться, уже случилось. Поэтому влияние всех процессов, которые происходят в мировой экономике, оно, конечно, остается. Ну, давайте так, если там просто прямо ничем, да, разве что у вас там, вы от зоркого глаза на БУ вывели туда деньги и спрятали. Но если это не случится, надо понимать, что падение самих банков, конечно же, не повлияет. Но падение таких банков спровоцирует кризис. Кризис спровоцирует то, что с развивающихся рынков побегут деньги обратно в Америку. А когда деньги будут бежать, они будут там и гривну с собой тащить, только толкать вниз. Поэтому, если там случается банковский кризис, конечно, это главное, то, что мы увидим, это удар по гривне, плюс наши основные рынки сырьевые, они тоже, цена тоже существенно упадет. Ну, просто потому, что это будет запущен механизм глобального кризиса какого-то или глобальной большой коррекции. Но прямого эффекта от того, что, например, банки в Италии упали и с нашими банками становится что-то плохо, ну, вряд ли стоит ожидать. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо у вас виникають запитання, ви можете їх ставити, телефонувати нам. Пане Сергію, німецька газета Die Welt пише, що Сорос нещодавно посперечався аж на 100 мільйонів євро, так, проти Deutsche Bank, відразу після того, як він застаріг від нової банківської кризи. І ось при цьому 85-річний інвестор, який вважається одним із найуспішніших гравців на біржі і одним із кращих прогнозистів всіх часів, готовий інвестувати саме в Україну. От ви на що поставили? На кризу європейських банків чи на успіх української економіки? На зеро, да? И вы так красное-черное говорите. Скорее всего, банкам не дадут упасть. Потому что падение банков в Европе сейчас все-таки никто не заинтересован. Ну, понятно, никогда не заинтересован, но особенно в текущей ситуации, когда есть все эти политические нестабильности, понятно, они будут пытаться удержать банки. И в банках будут тяжелые времена. То, что Сорос ставит против акций Deutsche Bank, не означает, что Deutsche Bank умрет. В основном ставит на то, что акции банка существенно упадут. И вполне возможно и этот сценарий случится, но банк останется живой, и как-то его удержат, скорее всего, будут удерживать, потому что проблемы есть, да, он там стресс-тест не прошел и так далее, но падение этого банка приведет к таким большим проблемам, которым лучше избежать. И то же самое сейчас с итальянскими банками касается. А что же до экономики Украины? Ну, Сорос прав, потому что мы самые дешевые в мире, и в этом и наша основная привлекательность. Помимо того, что мы лежим прямо на границе с Европой, на зоне свободной торговли и так далее, мы еще самые дешевые в мире. И потенциально это создает огромные возможности для инвесторов в Украину. Потому что тут и активы стоят дешевле всего, и рабочая сила самая дешевая. Ну, одна из самых дешевых, где-то там на уровне с индусами. От ви кажете, що падіння банку призведе до низки проблем. Яких саме? Ну, во-первых, это глобально это приведет к тому, что все фондовые рынки упадут, и риски в экономике будут переоценены существенно. Во-первых, это просто обвалит экономику, да, потому что экономическая активность, все прочее, все становится, потому что есть большая такая зона неопределенности. В итоге у нас инвесторы перестают инвестировать. Это самое большое зло в экономике, которое случается. Ведь даже вот в Украине то, что мы видели, все началось не с того, что люди просто перестали вкладывать деньги. Потому что, не понимая, что происходит, есть риски, вы не вкладываете. Соответственно, кризис доверия, который возник в связи с банками, вся цепная цепочка, то, что мы увидели в 2008 году, ну, не в таких масштабах, но, тем не менее, в 2008 году, когда Lehman Brothers в Америке падал, банки перестают кредитовать друг друга, потому что никто не понимает риски, идет переоценка рисков, и, соответственно, не кредитуют друг друга, но они сокращают кредитование всей экономики в принципе. Финансовый ресурс становится менее доступным, и это уже приводит к еще многим-многим последствиям. Плюс реакция на фондовых рынках, которая приведет к тому, что риск станет неинтересен, все побегут в трежери с американские казначейские облигации покупать. И это бьет уже по таким вот развивающимся рынкам, как украинский, потому что отсюда отток капитала, ну, если у нас уже утекло все, что могло утечь, да, то на других рынках все не так, и там есть деньги. И когда они начинают убегать, это приводит к большим проблемам для каждой из локальных экономик. Соответственно, тут целый комплекс вопросов, и спрогнозировать последствия невозможно. Да, вы можете понять, что вот начнется такой какой-то хаос. Сынок, там предбачить
бачення якихось сценаріїв вже ж є? Не работает вот это все, потому что есть в такой зоне огромной неопределенности, вы можете сказать направление, да, вот так вот будет, но как точно будет, никто не знает, потому что с эффектом домино и с тем, что вылазит в самых неожиданных местах, никто просто не умеет сталкиваться. Слишком сложная экономическая модель. И как взмах крыла бабочки может падение Deutsche Bank привести к банкротству фермера по производству молока в Италии, да, а он кормил там еще 10 своих детей, которые не пойдут в университет, в университета будут проблемы и так далее. Это все очень сложные системы. И просчитать это невозможно. Но можно предсказать, что будет плохо, будет больно и так далее, и так далее. Можете задать направление, что вот все. И инвесторы же точно так же понимают, что будет плохо. Как плохо, никто точно не понимает. Поэтому все сворачивается, забираем денежки и убегаем. А это уже еще вдвойне, втройне углубляет тот кризис, который мог бы быть не сильным, если бы там в контролируемом взяли так Deutsche Bank, раз, вынули, и нет Deutsche Bank. Да? Ну, казалось бы, что... Ну, хотя это очень сложно, потому что Deutsche Bank — это огромное финансовое учреждение, но если бы это была не связанная модель, взяли, закрыли забором, вот там что-то произошло, потери были бы минимальные. А так, поскольку система очень сложна, то потери могут быть просто непредсказуемо, а главное в разы мультиплицироваться больше. На початку серпня Рада директорів Міжнародного валютного фонду піде на традиційні тритижневі канікули. І засідання в зв'язку з цим відновляться лише до кінця наступного місяця. У березні 2015 року, нагадаю, що був підписаний меморандум між Україною та МВФ про економічну та фінансову політику, яку країна повинна проводити в рамках розширеного фінансування. І перший транш кредиту розміром 5 мільярдів з оновленою програмою співпраці Київ отримав в березні минулого року. Другий – 1,7 мільярдів у серпні. Ну, українська влада очікували отримати третій транш на початку 2016 року. Однак до сих пір рішення про виділення цих коштів не прийнято. Він взагалі нам потрібен, цей третій транш? Да, он нам дуже нужен. Поки що не критично, але он нам дуже нужен. Что он нам даст? Во-первых, он уже будет не 1,7 миллиарда, а 1 миллиарда. Он пойдет в резервы, что хорошо для национальной валюты. Ключевое в этом случае даже не то, что сколько мы получим, а факт того, что мы находимся в программе, и отношение инвесторов и экономических агентов к стране, которая в программе. Соответственно, риски гораздо меньше, чем у страны, которая не в программе. Плюс к финансированию МВФ привязаны все другие средства. Тут миллиард от американцев, сотни миллионов там от европейцев, японцев и прочих. Кредиты Мирового банка и всех прочих товарищей, которые там институционально нам дают деньги, они все заморожены, пока мы не получаем этот транш от МВФ. Потому что надо выполнить домашнее задание, вы делаете реформу, мы вам даем деньги. Соответственно, если мы говорим о транше МВФ, это миллиард, который будет в резервы, плюс-минус незначительная сумма, то остальная сумма, там порядка 4 миллиардов набегает, или 3-4, не принципиально. Это уже деньги, которые пойдут на рефинансирование бюджета, дефицита бюджета и рефинансирование других долгов Украины, которые надо отдавать. Это уже существенная проблема, поскольку дефицит бюджета все равно планово есть, он может быть больше, может быть меньше, но он есть, его надо как-то финансировать. На рынке нам сейчас никто денег не даст, даже учитывая сумасшедшее количество денег, которое там есть, пока мы не получим этот транш, новый выпуск нам делать нельзя, потому что нам просто никто не даст. Кто вы такие, ребята, вот давайте договоритесь с МВФ. Соответственно, нам негде взять эти деньги. И если мы до осени не получаем до там условного октября-ноября, у нас вылазит там много проблем. Не факт, что это будет смертельно, опять же, это не то, что будет коллапс. Но у нас и так рост экономики такой на уровне погрешности, а так точно его не будет, и точно будет отрицательный, плюс удар по гривне, потому что у нас традиционно осень тяжелый период для гривны, причем это такой самосбывающийся... Традиционно. Да, это самосбывающийся прогноз. Все знают, что осенью гривна падает, почему никто не знает, все покупают доллары, гривна падает, потому что все покупают доллары. Соответственно, там нужны какие-то компенсаторы. Вот приход денег от МВФ, приход вот этого внешнего финансирования и общий позитив от того, что Украина находится в программе, он способен сдержать и не дать гривне там сильно обвалиться. Ну и плюс прочие вещи. Все многие инвестиции так или иначе завязаны на то, что Украина находится в программе МВФ. И плюс самое важное в программе МВФ на самом деле то, что это единственный способ заставить Украину делать реформы. Потому что без денег МВФ, без вот этой вот морковки или кнута... Ну, робити це одне, головне, щоб це були ще якісні реформи, не мали результат. Погодиться. Результат есть, и то, что делается под давлением МВФ, делается правильно. Вопрос в том, что это может быть не нравится, но мы же просили непопулярные реформы. Вот мы получили непопулярные реформы. Они нормальные, они не
непопулярные. И это так и должно быть, потому что если делают реформы, которые популярны... Нет, некоторые из них довольно критикуются, поэтому можно сказать, что они популярны. Ну вот, как просили. Я уже сказала, что вот украинская влада все ж таки очікувала отримати цей третій транш ще півроку тому. Чому ми його досі не отримали? І які ваші прогнози? Розумію, що дуже важко, складно прогнозувати наперед, але найближчі от наступні півроку, до кінця року ми отримаємо? Почему мы не получили? Потому что мы не выполняли домашнее задание. На определенном этапе мы сделали... Это было уже занадто складне? Мы сами его приняли на себя. И у нас нет сейчас... Бачили очи, что берут, да? Да, и плюс у нас сложная ситуация. У нас нет сложных заданий. У нас сложная ситуация, в которой надо принимать сложные решения. Поначалу у нас была проблема первые там, пару месяцев, потому что не было кабмина. Не было кабмина, некому подписывать меморандум, соответственно, нельзя получать транш. Потом прошло время, на которое время маяки там были расставлены, и мы уже не успевали за программы. И мы сейчас догоняем, чтобы успеть то, что было прописано. Вот, почти догнали, но сейчас остаются ряд вопросов у МВФ. Точно какие вопросы, давайте так, никто не знает. Да, это очень... ограниченный круг лиц, которые ведут переговоры, которые очень неохотно говорят о том, что же там происходит на самом деле. Если там интерпретировать госпожу Лагард, Рада уже сделала все, что она должна была сделать, и от Рады сейчас ничего не зависит. Есть ряд решений, которые за Гройсманом и за президентом, ну там, в общем, за Кабмином и за Нацбанком, да, вот за этой группой товарищей, которые должны быть приняты для того, чтобы мы получили следующий транш. Если мы примем эти решения, там, судя по всему, не самые простые решения, то мы получим, конечно же, третий транш, и, может быть, даже будем рассчитывать на четвертый. Если мы не примем, то мы не получаем. Прогнозировать, что там будет сделано, очень трудно, потому что там не самые простые решения, которые связаны и от действий третьих лиц иногда. Соответственно, это либо непопулярные решения, либо еще и непопулярные решения только перед народом, как, например, пенсионная реформа. Либо вопрос, который возникает, капитализации банков и что делать с банками, которые не выполняют условия по капитализации. И тогда тут это может привести к действиям, которые Нацбанк обязан сделать. Да? Но эти действия вызовут очень серьезное недовольство и среди людей, и среди олигархов. Соответственно, этот момент этих принятий решений, ну, совершенно точно можно понять, почему люди его не принимают. Но точно так же можно понять МВФ, что это сделать надо. И что будет, может быть, там есть тема, сама рассосется, да, возьмет один какой-то банк, увеличит свой капитал, как это требуется по программе, и тема закроется, да, и мы придем только к переговорам по пенсионной реформе. Но на это у нас есть вот месяц август. Что будет в августе, сказать трудно. Поэтому и спрогнозировать, получим мы или не получим, совершенно невозможно на самом деле. По идее, осталось сделать немного, да, но это немного весьма относительное. Не дивлячись на відсутність траншу, гривня залишається стабільною. Як це вдається Нацбанку? Просто ну, не хотілося б, скажімо, розслабитися, так, як от це було за часів Арбузова, і занадто повірити в стабільність гривні. Ну, давайте так, стабільності гривні вже як такої стабільності не буде. У Арбузова держались всіми усиллями і вбивали економіку цим. В даний момент збалансирован валютний ринок, от і все. У нас дуже хороше настроєння інвесторів на внешніх ринках, і от на цю катавасію з МВФ ніхто особо не реагує. Внутрі теж, ну, отложили транш, отложили, бог с ним. То есть там тоже особой реакции нет. У нас есть продажи со стороны вот этого розничного рынка, постоянно больше продажи валюты, чем покупки. И это в первую очередь из-за того, что раньше ведь паника давила гривну вниз, и вот эта покупка населения валюты, она носила такой спекулятивный панический характер. И долларами затарились максимально. Сейчас, судя по всему, частично это продаются доллары для того, чтобы жить, кушать что-то и так далее, когда кто-то остался без работы и средства заканчиваются. Частично, возможно, это тот серый рынок, его баланс на сером рынке, который у нас показывается через розницу, у нас вот есть доминанта продажи валюты. Как долго это продлится? Ну вот до осени продлится. Осенью настроения меняются и больше будет покупки. Плюс внешние рынки, опять же, то, что на межбанке, да, у нас Нацбанк сейчас и покупает валюту, и уже даже дивиденды выпускает. Но все равно баланс присутствует, потому что хорошо идет экспортная выручка. Пока оттуда идет хорошо.
Плюс у нас отток капитала закончился. Это было заметно еще в начале года. Перестали выводить деньги. Пока еще не начали их вводить, но выводить уже перестали. И вот эта совокупность факторов позволяет Нацбанку, собственно говоря, постепенно снимать ограничения, которые они накладывают, снижать ставку рефинансирования, что тоже очень важно, если мы говорим о необходимости запуска экономики, но и поддерживать этот баланс на валютном рынке. Потому что Нацбанк не держит никого, вот как арбузов. Есть баланс, гривна стабильна. Нацбанк там выкупает излишки, чтобы сократить волатильность. Но если будет давление и огромная, например, продажа гривны, то Нацбанк не будет сдерживать движение, и гривна будет там падать. Точно так же, как он сильно не будет сдерживать рост гривны. Он будет выкупать этот избыток волатильности. Но если мы будем видеть, что доминирует такой тренд, то Нацбанк не будет там стоять и говорить, нет, нельзя. Все будет сглаживаться только волатильность. Пане Сергію, ви маєте свої якісь унікальні рецепти, як привабити сьогодні іноземного інвестора в українську економіку? Инвесторам не надо показывать доходность, они и так все знают, где они как могут заработать. Все, что они просят, безопасность. Для них нужна безопасность инвестиций. И на самом деле это ключевое, это rule of law пресловутый, да, что должны работать законы. Как только законы работают, как только у нас есть суд, который принимает решение по закону, как только у нас есть святость права собственности, вот это вот основные механизмы, которые тут же, инвесторам не нужны льготы, какие-то специальные условия, еще чего-то. Вы им обеспечите безопасность их вложений, и вот это вот наш огромный потенциал, он будет реализован. Просто пока на данный момент за счет коррупции, за счет украинской традиции, да, это не обеспечено. И мы видим там и рейдерство, и все прочее. И это не реализован основной страх инвестора и основная необходимость для них. Вот как только это будет сделано, инвестор придет. Пока это не сделано, массового инвестора мы не увидим. Ну и плюс, конечно, приватизация. То, что надо сделать, это честная, прозрачная приватизация, по примеру, Криворожстали второй раз. То, что не получилось на этой неделе с Одесским припортовым, благодаря стараниям самой же украинской власти, это должно стать, это должно стать каким-то уроком, да, который вынеся, который люди сделали второй конкурс, и конкурс по другим объектам, прозрачным, красивым и адекватными. Для того, чтобы какой-то крупный один-второй игрок зашел, а за ним уже потянулись косяк всех прочих товарищей. Потому что инвестор ходит косяками. Кто-нибудь дядя Джон, у которого есть 3 миллиарда долларов, он сидит в Пенсильвании, он понять не имеет, что такое Украина, и знать не знает. Но если где-то в новости по деловому каналу покажут, что здесь такая сделка, здесь такие возможности, он придет. Потому что все побежали, и я побежал. Но пока ему не показали, пока он не увидел какие-то яркие примеры, он будет сидеть, инвестируя там, в Турцию, в Пакистан, куда угодно просто. Україна – це що таке, непонятно. Пане Сергію, ми розуміємо з вами, що українська економіка сьогодні переживає на найкращі часи. Лише інвестиції можуть врятувати українську економіку, ну ми ж теж повинні щось робити. Ну, мы не можем ничего сделать как такового, потому что источники роста украинской экономики фактически исчерпаны. Мы как росли все время до этого? Та модель, которая построена в Украине, она росла за счет роста металла. Растет металл, окей, у нас 12% роста ВВП. Падает металл, ой, у нас минус 2% ВВП. Все просто цены на металл. И все, период высоких цен на сырье закончился. Там есть суперциклы, которые длятся десятилетиями, вот закончился. И тут роста не будет. Пока говорит, что вот на ровном месте система сама себя вытащит за волосы, как барон Мюнхгаузен, нет, не вытащит. Нужен приток капитала, технологий. Капитала и технологий, потому что у нас Украина на самом деле страна третьего мира, это правда. Мы отсталый сырьевой придаток, который по-хорошему не умеет качественно работать, потому что и технологий нет, и практик менеджерских нет. Пане Сергію, я вам дякую. Будемо сподіватися, що українська економіка дочекається кращих часів. Ну, звичайно, ми з вами. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був гостем програми «Що відбувається». Ми працювали у прямому ефірі. У студії була Оксана Щирба. Хорошого вечора. Побачимось.